Зашла, поставила дракона. Появилось лезвие. Ты опять ни шагу не смещаешь, ты умираешь в лезвие. Тебя хилят, ты тупо стоишь, набегаешь. Что не так, блядь? Да как не было шара? Шары эти летают по кругу, блядь, как в Каригер. Только они темненькие. Это у всех женщин проблемы с ориентацией в пространстве. Ну все танчат, блядь. А тут почему-то один человек не танчит. Просто теряется и все. Дай аутизму промоут, я возьму нормального. Турбо этого, берите нашего мага. У него КД есть. Ребят, только давайте убьем, а то получается, что если я КД повесил, а мы тут танка какого-то учим танчить. Я как бы, ну, за дропом. Да, да. Ну, как бы, если просто второй танк умеет танчить, давай все-таки кильни. Если бы вы там сказали, что вы хотите подрочить немножко второго танка, поучить ее, я бы зашел каким-нибудь бомжом, которому здесь ничего не... И мне на КД было бы похуй. Да не, вроде нормально. Просто там шама это было, кидалась эта фигня. Шама же Аршам, да? Да. Ну, на него метка просто кидается, мой. Видишь. Сколько? За хило мало. 46 пупешек было, я смотрел. Он, по-моему, Блад ДД. И Адлер анапский. Я хуй знает, я в ДКшках вообще не волоку. Они чаю поспрашиваю себя. Едут. Ну я бы это смотрел. Не, днем смотри, который едет. Так, стоямба, а у нас сейчас здесь сидит пан в Дискорд. Он кем-то, каким-то перцем, да, играет? Че, добирать будешь? Так, иду покурю туда минуту две. Да, я тоже перекурю. Атлер это парк Пальмиров. Может ханта возьмем все-таки? Флешки и купейки дорогие. Полетели самолеты. Я посмотрю. Различный кабинет тогда брал. Кабинет, да, заходил. Линканите Дискорд, пожалуйста, в пати, чтобы зашел мой друг.
захожу. Ты мне денег тогда переведи на карту. Три шестьсот. Нет? А, это верхний, наверное, да? Ну, какой-то наш. 20. Вечерня поедет. Ну, а ты... Здесь что, добрали? Придется тут чумодан. Что нет. Ну, скажите, в 10 тогда доберете, я вернусь. А что ты смотришь? Ну, вот тут. Чёрные слэшки. Как это Что-то ник знакомый. А. А в свету кто будет дамажить?
Жди суманем. ДК это где? Кто его там добирал? Усмон, выходите. Лимон тут. Слушай, а кто дамажить будет на это все это? Блять, да не очкуй. Ты что, не видишь ДД там? Целых два ретрика. Ну и столько так. Я ретриков в тиму забрал. У тебя будет вар и ДК дамажить. А кто второй танк? А, точно. Алло. Здорово. Я без звука, если чё. Без какого звука? У меня лок, если чё, есть. В РС-10. Ну, в смысле, могу взять. Да у нас был. А может быть Сижуров во вторую пачку? Сейчас от тебя потребуется топ скилл. Ты видишь, да, кто танк у нас во второй пати? ДК такой, с ником будет Фрозен. Я буду тьму тончить. Ты бьешь и флешками подхиливай меня, можешь так? А то будет это самое, бубо. Я там в хилах не уверен на них, как мы. Сейчас посмотрим. Лимон, ты тут? Да. Я тебе предлагаю торжественно по Ирелику. Что, серьезно? Да. Потому что мне надо тончить ДКшником слабым. Ты Сумрак будешь тончить? Угу. Ну давай. Так, чем... А как я буду. Как я буду Ирелить, я в свету же остаюсь, Павел. Забери себе, а вот это брал. Ну ты в свету будешь говорить. А во тьме. Ну ладно, давай так. А во тьме похуй. Там пух будет и этот самый медведь. Ой. Там перенделал релок. Раз. Да. Меня слышно. Угу. Ой, дай минутки. Две. Дайте, пожалуйста, три. Дискорд. Грейт чат. Близ. И перетащите, чувакам. Рыбка стоит. Рыбка стоит, ребят. Ученица бы еще было бы неплохо. Сейчас поставлю маунт. Чинитесь.
Суджиры, тут у тебя там девушка постоянно когда что-то говорит. Нет, это у меня. Так выключи активацию голоса. Что ты не можешь что-то выключить? Хочешь фильм Константина посмотреть? Я сейчас звук включу просто. Твой голос на. Нормальная тема. Ты ну, не видел его никогда? Да почему не видел? Я смотрю, у меня сзади телек большой, ёпта. И малые нахуй племянники тут бегают, прыгают. Топовый фильм. Дайте ссылку в Discord. Дайте господа. Ссылку в Discord, господа. Кто-то может такое сделать, потому что мне лень. Мне тоже. Сейчас скину. Да уже скину. Уже скинули. Ну, он Суджиро кинул, он. Все. Лимон, ты готов? Мы будем и выйдеть, и я буду вставать ровно, чтобы не двигался, и все. Я и выезжу. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Не, перетащите. Ты, я говорю, свет первый шаг танчишь. Угу. Что это? Да нету что там никого мне перетаскивать. У тебя есть ассист. Квадратики стоим. Блять, уходим обратно. Они, сука, все АФК на. Обратно уходим. Пизду, блядь. Ёбаный в рот. Какие вы долгие раздупляторы, это пиздец. Ну где эта портовая плюха? Это еще и плюха портовая. Гильдия, которая весь сервер обсирает. Ну. А чё так? Не знаю. Может, кинули кого-то. Кто его взял? Да я слышал, что кинул, вот и гильдии, блядь, друг на друга все роллят. Помнишь, это инцидент был с малым, который, помнишь? Балл. Ну, вы мне рассказывали. Я, видишь... Пошел тут. Я не понимаю, если человек, если, ну, если люди ролят, и ну, нельзя как-то доказать, что шмотка у них уже такая есть, что они типа ролят на спик, то там претензий не должно быть. А если у людей есть шмотка, вот есть у всего рейда воля, а у одного нету, и два пуга там, и все ролят, и у них все это есть, то вот это неправильно. За это надо вон приходить. Вон, Ник говорит, зашел диз, тот, что дал приз, там же нет никого. В смысле? Потому что не тот ему дал, блядь. Да просто перетащить его. Просто надо зайти. Вот он. Он, наверное, не все может зайти. Все, не здесь, я перетащил его. Хорош. Чекай на пух. У тебя ассист есть, чекай. Так, я здесь. Чек на пух. А что за прикол был такой, когда я зашел? Вот в ассист было пусто. Не потому знаю. Что мы так настроили. Готовы, иди выйди. Никто не заходит, сначала и выйдем. Мы выйдем, отходите с круга. В центр все, в квадрат встали. Ну, во тьме кто свету? Я танчу свет, Войт танчит первую фазу свет. Войт, Илья, ты во тьме. Во тьме танчу. И вы сами все знаете, кто где. У нас первая, три хила, да? Первая свет, вторая тьма, да, три. ДЦР, Шам, Сумрак и Хапал в реале. Хапал, когда будешь метки выносить, говори что-нибудь в Дискорде, буду прожим ты. Поехали. Угу. Жир, на это сагу можешь рваться. Ты ему вроде как дал. Метеор уходим. Метеор уходим. Каплю? А, да, каплю. Ну ладно. Может, и не на того даешь. Почему? На Саджира дал. Мне говоришь, на Саджира дал. Раз не санул, да. Капли. Нормальный медведчик, я тоже рад тебя видеть. Уходим.
Уходим, переводим, сразу будет переходка. Ага. Так, даем время зайти ДК. ДК заходит. Раз, два, три. Заходим, хилы. Встаем в квадрат. Ой, зачем я-то зашел? Ебать, я дно. Красиво. Геру дали. Когда первый выйду, никто не выходите, скажу. Каплю, каплю, войду. Верендел, выноси. Верендел, ты где? Выноси оттуда, выходи. Лезвие. Вот сейчас будет лезвие, 3 секунды. Я не знаю, куда деваться, блядь, куда-нибудь денусь. В квадрате тут стоит. А, нормально. Так, я первый выхожу, минимал выноси. Выходите, когда я вам скажу. Не убить, чтобы дракон не убил. Смещаемся в квадрат, сметайте хвостом. Можете там получить. Переставляю свою метку массажира. Или в том даун сумраке будет. Будешь бегать под поджарить. Лев, выноси. Как выйдешь, прожмись. Ага. 52. У меня будет. Хэпала, ты в реале, да? Нет, нет, здесь бегаю. А, ты тоже со мной? Ну давай, ну, тогда я выхожу. Все, так, портал, где он, блядь? Стойте, 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 стойте. Стопните дома кто-то. Выходим, выходим все. Выходим все. Все выходим. Охуенно. Выходим все, встаем от дракона, там портал, где вышли. Все, играете, будет сумраки там, давай рыб. Так, а что? О, жира, алло, подожди. Скинь мне этот. Ванзай, выноси. Суджира, Суджира, подойди, дай сальву. Сальву дам. Войт упал, заебись. 19. Ага. Тычка, ложимся. Ну я выносил Войт. Ну чё там? В чём проблема? Не захил или чё? Не везут эти хилы. Есть смысл ещё тратить? Это... Давай. Умирайте, бегите дальше, заходите. Я один трайб дал, и медведю надо похавать, и мы все засыграем сейчас. Может, давай поменяем, я останусь во тьме, а два пацана выйдут в свет. Ну, правда, я охуею вообще в крае. Да не-не-не, во тьме должно быть два хила, потому что если шаман выносит, или на шамане два метода раза подряд, то ДЦ не вывезет там один. Ему еще и рейд нужно. Я могу на рестор другим зайти. Да, это смысл как бы особо не прибавит. Подожди, а ты это кто? Или что? Ты минимум... 4 хила, нормально. Ну, вот если вместо ДЦ Эрдру, я согласен, а если вместо кого-то другого, то нет. Так ДЦ, ты можешь на Эрдру зайти, да? Да вы издеваетесь, 48 общий, нет, меньше. Ой, больше было. Какая разница, все равно лучше убить, чем вайп. Давайте туда еще один трай. Короче, в сумраке у вас будет один паладин, медвей. Медвей, с тебя капля руки, если войд проседает. Да он и так вот дает. Просто кидай, и кидай и медвей на войда, тащит точку свой. Священный щит на 30 это... секунд. Я не знаю, ну это хуйня какая-то. Глеф, вы ну, должны меня хилить. То, что у меня так хп просаживается, это неправильно. Не хилите как-то странно. Так, чем шаман хилит? Эффективность исцеления. Волна, цепной, быстрее, нормально. Ставить, что... А где? У меня нету рыбы. Свет, частица, шок. Хорошо. Исповедь, молитва, обновление. Хорошо. Что-то дороняете, непонятно. Там как бы вроде есть волны, но это за тьму только. Так, раздаю бафы. Давайте сделаем еще один трай. Давай в натуре я попробую один соло похилить тьму. Пусть нет, шаман это, и это прист выходит. Идея. Это хуёвая идея. Да, как слабее меня? У него 55. Такая идея. Шаман пускай в святой остается и тебя хилит. Посмотрим, как он тебя будет гонять. А холипал с ДЦ-шником во тьме будет. Вот так будет. Шаман, да, слышишь? Либо танков можно поменять. Я вообще остаюсь в сумраке, а ты в реале танчишь. И там у тебя будет холипал. Слышишь, что? Вот. Ты можешь потанчить реал, у тебя будет холипал, а у меня будет Аршан ДЦ. И тогда будет баланс.
ты обосрёшь. Ну, блядь, ну давай ты упадёшь. Давай. Да я не умру. У меня ещё есть ревность, по крайней мере. Давайте так, теперь я танчу сумрак. Войт, ты танчишь первую фазу, я танчу сумрак. Войт, ты остаёшься туда в свету. По хилам остаёмся так же. Да. Да, Войт и Холипал остаются в свету, все остальные во всём. Чек на пол. Если выезжу пока. Давай. Все, все готовы. Только он пропадет, заходим. Погнали. А что вы выйдете? Пула нету. На пула нету, значит, как только появится дракон... Не пиздите. Как только появится дракон, Мидбэй, даешь сальву Саджири. Вот, я лучше себе дам сальву. Ну, вас, я трипл один, у нас трипл. Давай, аутист. Аутизм кинет Суджуку сальву. Давай, давай. Даю жму кнопочку, такую вот, да. Мази, Мидбэй. Что такое? Чё, буря и всё, и пиздец. Вы аж боб дали, блядь, вы чё, издеваетесь, что ли? Ни, стоп, не нахуй. Вы чё, издеваетесь, блядь? Я не могу забрать с него. Просто могу забрать. Не, ну ложимся. Да блин, пусть вы это первую начинаете. Бля, пиздец, а заебали, блядь. Не умеете, блядь, агро, блядь. Сбивать нихуй, блядь, бита. Охуели, блядь, с первых секунд. Пиздец, я не могу не забрать ни таунтом, блядь, ни тренинг таунтом. Чё за хуйня? Потому что так, на этом сервере диминишинг есть, ну там. Потому что ДК рак. Ниты в DC. Там... Властью льда случайно туда. Да, я в Одессе. У тебя все нормально? Но. У меня все нормально, я смотрю просто как так, что танк не может держать агро, это страшно. Это паладин, бро. Ты можешь не вливаться, блядь, с первых секунд? Вообще не вливался. Подождать, по 12к на дефсовал. Почему-то другие не рвут, а ты посадил. Потому что другим, если вы раздали сальву. А, окей, давайте сейчас тогда. Давайте сейчас так. Мидвей, сальву по себе. Аутизм, даешь сальву. А я дам какому-то. Я не знаю, почему не смог сорвать. Тебя изображал таунт, не забрался. Я нажал тройной таунт, все равно не забрался. Демиша, поэтому. Ладно, давайте. Я подожду секунд 10. Ну, подожди. Правильно было включено, хер вы знает, что за дела. Я начну, ты потом подойдешь, заберешь. Давай. Каску шамлю дайте. Все, каски на всех есть. Встаем. А, чё, слышно фильм, да? Угу. Ну, тихо. Не, нормально всё. Да, так, знаешь, чё, танчу первую фазу-то. Сумбур потанчу. Слышь, Войт, да? Сальву дал, если чё, по себе, блядь. Ну, и чё вы не перебегаете? Я убежал, ни, не вижу ни хера, блядь, ложимся. Даже Дейра нету, шаман упал, ебанут. Шаман, ты вообще смотришь, что происходит для игроков? Да, смотрю, танка захил. Ну, понятно. Ну, ты стоишь в метеоре, захиливаешь танк. Ну, я побежал бы, метеор бы, и танк бы упал бы, или... Да ладно, какой упал, блядь, ой, три паладина, есть три возложения рук, блядь, есть три капли, какой танк упал бы, тут, что тут, блядь, тут холипал хилит, ДЦ, надо перебегать, да, в любом вообще случае. Просто стоял и на месте, блядь, не убегал. Ложись. Ну хорош хилит-то, ё-моё. Бежишь вместе со всеми, если там чуть просел, быстрее ему, всё, ёпт.
Глеб, ребят, у меня вопрос. А это механика сервера такая, что там какие-то классы нормально хилить не могут? Ты так у кого вопрос? У Холипала? Нет. У ДК Ни? Нет. А у кого? Да хуй его знает, молчит сидит, блядь. Ну как твой ник? Кто там вопрос задавал? Чего? Кто? Какой вопрос? Сейчас вопрос кто-то задал. Я спрашивал, это механика сервера такая корявая, почему хилить не могут нормально там другие классы? Какие другие, Ванзай? Что ты придумал? Ну вот, там кто-то помогать должен кому-то, тут по одному хилу вполне хватает. Хилы неопытные, ты знаешь такое понятие, как неопытные? Вот есть танк неопытный, Эвинар. Она сейчас вайпнулась 10 раз. У нас сейчас такие хилы, какой у нас до этого был танк. Из-за этого, да? Так, каски раздал. Кресты, кулаки раздавайте. А вот есть кресты, медвей, кулаки, черно. Да я бы не сказал, что аутизм. Ты готовы идеи эвейдировать? Будем играть по дебильному эвойду. Не, нормально, это хорошо, что здесь нормально, механика, да? Есть, да. Потому что он дергается, видишь, его. На циркуле его возможно реально ровно поставить. И всегда прям. Mm-hmm. А тут не всегда. Он начинает двигаться. То, что есть такая возможность встать, это очень хорошо. Ну, теперь будем по этой тактике, да? Ну, это не тактика, это просто фича сервера, вот и все. Это дебаг, это фича. Так, даю сальву Нию. А сальву... Не надо, да, потерпи. Поздно. Все, танчик ДК, можете лупить. Только близко к этому не стойте дракона перед метеором. Метка. ДЦ уходи, только не под монтом. Уходим. Теорит, убегай. Роман, у тебя дух волка вкачан? Умеешь волк бегать? Нет, не вкачан. Ну, когда вырос 25 гир, будешь ходить, тогда вкачай. Ты ДЦ там почему стоишь? А он выносил метку. Решил не бежать через две лужи. Пусть там хитрый. Вдруг метеор туда упадет, нам не придется бежать. Ждем 3 секунды. Да, долбанул? О, отлично. Все, можешь к нам возвращаться. Ты что, нуб что ли, или что, я не понимаю. Хули ты стоишь, шарф тебе в бошку упал, и ты стоишь в нем. Заходим? Да, заходите. Гриндел, лаги нахуй, ты стоишь, кастуешь в лагах? Давай не будем, нахуй. Прорывайтесь сильно, пожалуйста. Я же паладин. Метка минимал. Ну у вас там один этот хил шаман. Можешь зайти помочь? Ах ты, это самое. Сам можешь себя дисплеить. Лезвие, смещаемся. Лезвие, долго крутимся. Будешь лице стоять? Король, крутимся. Да, с такими лагами тут нечего делать, конечно. Все, давайте расходиться, эта хуйня все. Лев. Они все лев лагают, нет. 5 человек в рейде лагают. Все, здесь нечего делать. Шаман, захиливай меня. Да он не захилит нихуя. Ну давайте посмотрим просто сколько в этом. Гриндел упал. Почему Агрона минимум? Крутимся, давайте, перебегайте. Танго, Ванзая, Саджира, что, нет захилов? Как сейчас сдохнет? Вы сдохнете, потому что у вас шаман не захилит никак. Не хилится, вообще не дохил ощущается. Не хилится, да, потому не что ощущается. На этом левеле это все. 259, я хуй его знает. Не хилится это так, в одного никак, в таком этом левеле. Тем более 259, с человеком, который неопытный. Все, тут нечего делать. Ну блин,
Я с другом... Доложимся, блядь, в пизду все. Вообще на изи. Минус 3. Выходите в лужу. Что, понимаешь? Еще будем тратить или нет? Есть смысл, блядь? Да нет, смысла нет. Играть, на? Нет, сейчас у всех РТ. Во-первых, медведя надо похавать. Через 15 минут надо ЗА собирать. Нехуй тут нет, делать. Мне отойти надо. Я если у вас лаги, если у вас лаги, не плюсуйте в ебаные рейды. Вы тут, ну, бесполезны просто. Стоите в метеорах. Портал нужен? Пиздец, по-моему. Не, не, я, всем короче, спасибо, пошел. Ребят. Портал нужен? Да, спасибо. Поставлю. Да не надо, блядь, долетят нахуй. До Далрана тут 2 минуты. 1 минута даже. Какие да. Порталы? Короче, я отошел, вот. Просто к чему? К тому, что... Ну, спасибо, кто там, если еще не ушли. Паладин, Ни... Что КД ставили. Ну, вы сюда вряд ли ходите, так что... Не, аутизм ходит. Вот исходишь. Да, а что ты тут забиваешь что-то или что? Ну, мы с ним ходили, я этим ходил. Друлем, хилили вдвоем свет. На изи как бы. Это кто говорит? Минимал говорит. А, ты? Ты аутизма знаешь? Не, аутизм заебись хилит. Не, я не спорю. Только вот другие хилые танки у нас не заебись. Ну, так вот. Чё поделаешь теперь? Да. Как вот есть, так и есть. Да, бывают такие люди, которые не могут сориентироваться в пространстве. Говоришь, аутизм у нас ценится, да?